Друзья дорогие, я обращаюсь к вам с тем, чтобы напомнить вам о гениальном режиссере мультипликации Гарри Бардине. Многие из нас видели его фильмы. Кто не видел, очень многое потерял. Но, во всяком случае, все слышали как минимум песни из его великого мультфильма «Летучий корабль». А есть еще и «Гадкий утенок», есть «Спички», есть «Брейк», есть... Вообще, надо сказать, что это удивительный мультипликатор-авангардист. Он сделал столько нового в мультипликации при помощи подручных средств, пластилина, горелых спичек и так далее. Ну, то есть, это действительно уникальный мастер. И сегодня у нас есть возможность включиться в инвестирование, можно так сказать, в финансирование его нового проекта. Потому что большому мастеру не хватает денег на то, чтобы осуществить новый проект. Я считаю, что мы всем народом должны ему помочь. Чтобы так же, как мы были счастливы, когда смотрели его мульты, так же были бы счастливы наши дети, внуки и даже, может быть, правнуки. Вот.